Уважаемые жители республики, товарищи, друзья, вопреки здравому смыслу и международным договоренностям, противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики. Мы готовы защищать свои семьи, свои дома, свою землю. Все необходимые распоряжения народной милиции ЛНР, правоохранительным органам республики мною уже отданы. С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации. Поручаю главам территории, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской Народной Республики. Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли.